И вот если бы оренбургских водителей предупредили об этом чуть заранее, но движение по трассе М5 Урал сейчас полностью восстановлено, в МЧС об этом сообщили. Утром же около 70 машин провели несколько часов в огромной пробке именно из-за гололеда. Все произошло на участке недалеко от границы Оренбургской области и Татарстана. Ледяная корка на подъеме стала непреодолимым препятствием для машин. Трассу не перекрывали, но из-за реверсного движения скорость была минимальной, из-за чего и образовался затор. На место прибыли спасатели, которые помогли справиться с кризисом, а сейчас на трассе развернуты мобильные пункты обогрева. Они останутся дежурить на дороге весь день и до следующего утра. В регионе сейчас около 0 градусов, так что МЧС рекомендовала пока воздержаться от поездок.